Мы продолжаем. Вы смотрите информационный марафон на телеканале Freedom. Анна Ниченко, Сергей Чернышов в этой студии. И сейчас к теме того, что командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев встретился с членами подростковой волонтерской организации, которые объединились ради помощи украинским военнослужащим. А мы тую червону калину підіймемо. Устраиваем ярмарки, крутим свечи, открываем сборы, сбрасываем свои деньги. Принес пироги прямо из дому. Принес еще такое. Это мама пекла, просто времени не было. Во-первых, это благодарность нашим защитникам за то, что они приближают нашу победу. Хочется им помочь, как-нибудь поддержать. Все сплотились. Все люди, вся Украина, все, даже детишки маленькие. И те собирают на помощь ВСУ. Ну как, по-любому победа будет за нами. А эти баночки мы передаем военным, чтобы они больше ощущали нашу теплоту и поддержку. Умнички. Знаете, как чувствуется эта поддержка, когда ты там? Тату, мы дуже тебе любимо. Папа, мы очень тебя любим. Я с мамой, сестрой и вообще все мы верим в тебя и желаем, чтобы ты вернулся, чтобы мы были все вместе. Очень хочется, чтобы все они вернулись. Я когда дізнався про ваш проект, не мог сюда не приехать. Так как то, что вы делаете, это очень трогательно, с чистыми сердцами. Это именно то, что нам нужно сейчас. За вами будущее. Мы все сделаем для того, чтобы оно было светлым. Я благодарю вас за помощь. А можно еще для крихи так написать? Я считаю, что с такой поддержкой, с такой силой у россиян нет никаких шансов.